Ставка по репо снизится, а объемы торгов по краткосрочным облигациям на МБВ возрастут. В ближайшие дни ожидается необратимое ослабление курса российского рубля и, как следствие, рост курса доллара. Катастрофическое падение курса российского рубля к концу недели до критически низкой отметки. Мама, мы в какой валюте храним твои сбережения? И предсказуемый резкий скачок курса российского рубля вверх приведет к обвалу доллара и укреплению торгового баланса страны. Это потянет за собой рост экономики и снижение роста потребительских цен. С вами был главный аналитик нашей программы и трейдер Динг валютного отдела «Экстрасенс» Дмитрий Шилов. Extra sense.